В Самаре подвели итоги областного творческого конкурса «Скажи терроризму нет». Участие в нем приняли более 700 человек. Это учащиеся школ, колледжей и даже воспитанники детских садов. Победителей выбирали в номинациях стихотворение, сочинение, плакат, рисунок, авторская песня. Церемония награждения прошла в Самарском центре социализации молодежи. Награды получили и учителя за разработку методических пособий по воспитанию патриотического поколения.